конкурс. Стой, туда 6 раз, 2, 3, 4, 5, все. А ты, конечно, можем ведущим читать. Смотрите, мы хотим, чтобы ну, как-то люди запомнили, да, там, вспомнили, с чего там начиналось аниме, ну, может, какие-то вопросы. Поэтому будем задавать вам вопросы. Сначала я на три разминочки поотвечаете каждый, а потом Сережа в зал пойдет и будет спрашивать у каждого по вопросу для каждого из ребят. Итак, у нас супер-супер викторина. Мы хотим сейчас проверить, насколько ребята, которые отважны, еще и знают аниме. Давайте начнем с разминки. И вопрос, вопрос да, один. Давай. Первый вопрос. Вопрос, ну, такой, да, легкий, как бы. Значит, давай всем одинаково, да? Чтобы честно было. Какой честно? Ну, а честно, честно не будет. Из какой деревни убежал Саски? Из Канохи. Правильно. Так, давай следующий. Так. Ну, тебе, наверное, надо посложнее, да? В смысле, нет. Назовите. Даже не назовите. Сталь и алхимия. На какое они похожи? Сталь и алхимия. На какое они похожи, извините? Доктор Стоун. А у вас есть первый кандидат, видите? Так, давайте, давайте, давайте. Молодец, на самом деле. Так, ну. О, какая милота. Давай. Назовите все стены из Атаки Титанов. Не очень аниме. Да. Не очень аниме. Так, ну давай, главный персонаж Гарри Поттера. Ваши аплодисменты. Так, ну давайте вы. Ну прям, я смотрю, прям точно. Old school прям, наверное, должно быть. Так, сегодня знаете. Ну хорошо, тогда задам легкий вопрос. Каким ростом был самый высокий титан? Из Атаки Титана. Я думаю, 260 метров где-то. Нет, неправильно. 259, да? Ну, так, давайте я лучше с этой стороны. Ну, прям, наверное, легкий. Каким цветом были волосы у Ичига? Вот и выросло поколение! Ну, даже я не знаю. Ну, это персонаж из аниме. Кто-то за... А, молодцы. Хорошо, это была разминка. Давайте поаплодируем нашим участникам. Они размялись и придут серьезный конкурс. Так, друзья, вы тоже участвуете. Кто хочет спросить каверзный вопрос про аниме? Давайте. Побежал Сережа. Давайте ручки поднимаем. Так, вот смотри. Вижу человека. Вижу. Так, так, у нас есть настойчиво настроенный молодой человек. Только цензурно. Что значит Акацию? Что значит Акацию? Рассвет. Из-за разведка. Рассвет. Свет. Рассвет. Рассвет. А вы гуглите там, что ли? Так как? Правильно? Так, все. Так, один балл зарабатывает наш участник. Так, защитно. Следующий вопрос. А, подожди, сейчас вопрос. Что течет в венах, раскаляя сердца? Кровь. Аплодисменты. Аплодисменты. Подождите, нет, подождите. Угадали или нет? Нет, нет, не угадали. Что течет в венах, раскаляя наши сердца? Твоя мама? Нет, не мама, но почти. Магма! Совершенно верно, да? Ура! Так, следующий у нас участник. Давай еще вопрос. Что ты тогда считал истинным искусством? Знали, да, кому задавать? Стой, стой! Искусство — это взрыв! Тебя спасли. Теперь я считаю, тебя просто спасли. Так, еще вопрос, еще вопрос. Давайте, понимаем. В каком году было первое? Произвели первое. Первое аниме в мире в каком году? Я думаю, в 61-м каком-то. В 61-м. Ну, хотя бы близко. Примерно. Нормально. Ты 1945-й. Ты серьезно? Это другое. Это другое было. И еще, может быть, у кого-то есть вопрос? Да, какой, подожди, Сережка, какой год был? Примерно угадал, говорят. Вы можете поспорить.
Ага, все. Ну, слушай, молодец. Почти. Хорошо, почти. Кто автор Евангелиона? Кто автор Евангелиона? Спасибо за вопрос. А можно что-то полегче? Браво! Ты лучшая! Я не самый умный. А давай ты мне задашь вопрос. Давай, вот прям этому человеку. Смотрите. А Евангелион ты знаешь, никто? Это ты, Сережка. Манки? Подожди, микрофон скажи. Автор манки и автор аниме это немножко разные люди, поэтому... Ну скажи аниме. Нет, вопрос надо автор манки и автор аниме. То есть кто-нибудь ответит. Это сериал 95-го года. Сериал 95-го года. Кто задал вопрос на автора Евангелиона? Я знаю ответ. Да, кто знает ответ? Мне сказали задать ему вопрос в ответ. Ну давай, ответ. Кто автор Инка Рассекающего демонов? Понял, да? Ну что? Ну что, давайте финальный вопрос, который у нас еще тянут руки. Слишком много. Ну все. У нас есть поближе. А кому ты мне собрался сдавать? У меня люди закончились. Ну тогда самый жестокий, под конец. Кем является главный герой аниме «Трапеция»? Фигурой. По-любому фигурой. Существом, он говорит, человек. Человеком. Сущностью. Я заберу твой приз, понятно? Так. Сереж, ну ты знаешь, что? Кто? Автор, что, персонаж трапеции? Да, да, да. Я думаю, что сама трапеция. Психотерапия. Психотерапия. Маша, ты не смена, друзья. Психотерапия. Друг человека. Так. Ну что, нам надо выбрать самого лучшего участника, кто вам больше понравится. Давайте мы проголосуем вашими аплодисментами, потому что сами мы не знаем. Кто заработал больше всего очков, это тоже учитывайте. Итак, наш участник номер один. Номер два. Номер три. Номер четыре. Номер пять. Мне кажется, тут понятно все, да? Да, номер пять. А теперь давайте проголосуем за лучший вопрос. Какой вам вопрос? Подожди. Давай мы сначала ребята отправим. Ну хорошо, давайте. Держи. Приз «Подушка». Спасибо вам, дорогие участники, за вашу смелость. Хорошо, а теперь я хочу еще лучшего автора вопроса наградить. Кто вам понравится? Какой вопрос? Трапеция. Трапеция? Про маму? А, про магму? А мне показалось про магму. Манку, кашку. Ладно. Про магму? Кто за магму? Так. Автор вопроса про Марку, пожалуйста, к нам на сцену. Это что, темный дворецкий? Да. У него нет там крови. Спасибо. Так, ой.